Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот только что я записала видеоролик и рассказала, как применять средство Престиж, в каких случаях категорически его нельзя применять, а когда все-таки применение этого препарата будет большое облегчение для борьбы с колорадским жуком. Вот сейчас я буду разводить себе средство Престиж и хочу вам показать, как я его развожу. В инструкции вот к этому препарату написано, что 200 грамм воды, вот эти вот 20 миллилитров разводим, и это будет средство для обработки 20 килограмм картофеля. Но это примерно 3 ведра. Так как у нас столько нет посевного материала для обработки, я беру половину дозы. Как я беру и как развожу, сейчас я вам покажу. Значит, я беру воды в 2 раза меньше. Беру воды ровно 100 миллилитров, а не 200, как написано в инструкции. И препарат осторожно с помощью шприца вот отсюда изымаю. Возьму 10 миллилитров. Несколько раз придется мне, потому что шприц у меня маленький. Но это не важно, главное, чтобы вы поняли принцип работы. Я пользуюсь также превикуром, вот тоже германское средство Байер. Это очень удобно брать, например, один, так как раствор можно использовать только свежий, поэтому если вы разведете всю ампулу, она у вас просто пропадет. Я делаю вот выемку, потом скотчем осторожно вот этот прокол я заклею, и его можно хранить еще дальше, или дать кому-то другому человеку поделиться, или даже оставить его. Если вы заклеите хорошо, герметично, он не испортится, его можно хранить. И вот этим средством всего 100 миллилитров вот этого рабочего раствора хватает на 10 килограмм посевного материала, потому что мы обрабатываем методом опрыскивания, расход минимальный. Вот мне, я специально свешивала воду, мне вот такого вот, я еще сейчас добавлю, тут мало, еще один раз шприц наберу, вот такого количества на мой посевной материал, на ведро, там ведро с чем-то, мне хватит. Как я буду обрабатывать, я вам потом покажу. Ну вот, приготовление рабочего раствора Престижа очень просто. Особенно если у вас 20 килограммов, берете сразу всю ампулу, разбавляете с водой. И в течение 2 часов вы должны обработать и посадить обработанный картофель. Чем свежее раствор, тем он активнее и тем больше будет от него толку. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Развожу Престиж для обработки картофеля. Не забывайте, что ни в коем случае нельзя обрабатывать ранние сорта картофеля такими средствами. Те, которые будете употреблять летом. Только те, которые для зимнего хранения и употребления.